Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня у нас с вами будет одна из самых ваших любимых рубрик на моем канале – проверка лайфхаков. Напоминаю для тех, кто к нам только присоединился и по какой-то причине не видел мои прошлые выпуски из этой рубрики. В этом видео я не буду показывать вам трешовые лайфхаки, которые никто никогда в свою жизнь делать не будет. Нет, для этого существуют другие каналы. На моем же канале я буду тестировать только те лайфхаки, которые теоретически каждый может действительно на себе попробовать. То есть здесь ничего такого запредельно сумасшедшего не будет. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Малость. В общем, не буду вас долго томить долгим приветствием, обязательно подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Первый лайфхак, который я сегодня хочу попробовать, это лайфхак, который поможет убрать нависшее веко. Я буду безумно счастлива, если все окажется нормально, поэтому давайте-ка мы его протестируем. Для того, чтобы протестировать этот лайфхак, понадобится клей для ресниц. Я беру клей, я наношу его прямо вот сюда вот на веко, то есть туда, куда я хочу его проклеить. Так, что-то клей не взялся, видимо, мало нанесла. Попытка номер два. Первая попытка успехом не увенчалась, но, возможно, я мало клея нанесла. О, веко склеилось. Правда, выглядит это в жизни не очень. Теперь мне кажется, что два глаза совершенно разные. Один, знаете ли, на вас, другой на Кавказ. Ну, такое. Это просто погонь. Это реально погонь. Смотрите сюда. Вот что случилось с моим веком. Оно все нахрен склеенное. Ну, писец. А еще реально очень неудобно моргать. И да, лайфхак сломался. Фуфло, просто фуфло, а не лайфхак, фуфло. Кошмар. Кошмар. Да, еще и вот этот клей теперь оттирать. И как я его оттирать буду? Подождите. Что я там вначале говорила? Не трешовые лайфхаки, да? Хорошо, день удался, хорошо. Следующий лайфхак выглядит более интуитивно понятным, потому что он создает объем глаз за счет того, что мы просто-напросто их углубляем и сужаем вот эту вот часть носа, то есть переносицу. Собственно, рисуем при помощи обычного карандаша для бровей вот такую вот странную форму в форме листочков. Форма в форме листочков, да. Форма в форме листочков. Ну что, мои глаза стали объемнее? Мне кажется, наоборот, как будто у меня расстояние между глаз чуть-чуть увеличилось. Давайте попробуем еще раз. Может быть, я просто мало средства нанесла, потому что что-то как-то... Вы заметили, что у нас еще начало видео, а у нас уже все со второй попытки делается? Я хочу сказать, что карандаш как-то не очень приятно растушевывается. Есть специальные штуки для контуринга, карандаши для контуринга, но тот же смысл именно в том, что ты используешь карандаш для бровей. Если честно, по логике здесь должно все работать, но здесь не работает. Поэтому два варианта. Первый вариант – плохой карандаш, но нет, карандаш хороший, поэтому это не вариант. Удобно. Второй вариант, просто лайфхак не работает, а он отстойный. Это, мне кажется, больше похоже на правду. Так что, извини, лайфхацк, но... Кошмар. А вот в этом лайфхаке, на самом деле, даже нет никакого видео. Как видите, здесь только фотографии. Но согласитесь, что нос, который на первой фотке и который на четвертой, они просто разные. Но он настолько маленький на фоне первого носа, что я даже не верю, что здесь нет какого-то фотошопа и что это вообще один и тот же нос. Поэтому не будем долго давать с вами разглагольствовать, просто посмотрим, работает ли схема, которую здесь нам предлагают, или это булшатина какая-то. Дальше идет растушевка. Пока вижу обычный контуринг носа, но тут еще роль играет пудра. Пудра наносится прям вот так вот. В принципе, да, я даже хочу сказать, что в жизни выглядит достаточно эффектно. И выглядит очень естественно, поэтому хоть что-то, но этот лайфхак работает! Работает!
Следующий лайфхак вызывает у меня противоречивые чувства, потому что в нем задействовано мыло. И ладно, мы мыло. Мыло это хорошо. Мы все знаем, что мыло это благо. Благо цивилизации, благо века, в котором мы живем. Опять бред какой-то несет она. Ну ладно, пофиг. Но в данном случае мыло будет использоваться вместо геля для бровей. Подождите. Важный момент. Мыло должно быть чуть-чуть смоченным. То есть нельзя на сухую просто вот так вот наскребыхать мыльца. Погнали. Офигеть, нужно реально работать же. Офигеть, можно. Нет, не то чтобы рабочий лайфхак, это реально супер рабочий лайфхак. Понятное дело, что... Так, брови я уже не оставлю, я их сейчас вот так вот чуть-чуть аккуратненько здесь уберу, вот эти волоски. Но в целом, реально по ощущениям, как будто прям полноценный, причем такой очень хороший фиксации гель для бровей. Лайфхак реально рабочий, но вызывает при всем при этом достаточно много вопросов. Во-первых, насколько плохо это для кожи, потому что, согласитесь, мыло на бровях носить в течение дня, это, наверное, такое себе развлечение, очень, наверное, плохо для кожи. Во-вторых, конечно же, если ты вспотеешь или попадешь под дождь, то что тогда? Очевидно, что тогда все это полетит тебе в глаза. В общем, не знаю. Короче, лайфхак как лайфхак, он работает, но вопрос в том, насколько это пригодно для жизни, вопрос. Работает! Мыло. Только не роняйте и не нагибайтесь, особенно в общественных заведениях. Данный лайфхак поможет тем, по идее, поможет тем, у кого проблемы с рисованием стрелок, например, у меня. Поэтому берем подводку, берем бобби-пин, как эта штука называется-то? Ну, зажим, короче, для волос, не помню, как эта штука называется. Красим ее, красим хорошо. Прокрашиваем так, чтобы прям вот прокрасилось. Присоединяем эту штуку сюда. Штуку, название которой я не помню, но уверена, что вы знаете. Так, ладно. Эпичный момент. Теоретически из этого можно даже нарисовать что-то адекватное. О, нет, 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 второй раз стер. Вы это видели? Я второй раз приложила, и он стер. Ты чё? Опять попытка номер два. Ну, а здесь это что-то более похоже на стрелку. Как так? Почему это так странно работает? Я взяла синюю подводку. Сейчас отрисую эту несчастную стрелку. Типа, теоретически, конечно, можно сделать так, чтобы этот лайфхак работал, то есть там литр нанести... Средства на эту штуку, потом вывести стрелку, но в целом я не могу сказать, что это лучшая стрелка в моей жизни. Я бы сама нарисовала, ну, наверное, не сильно хуже, чем вот эта фигня. Работает! Надеюсь, сработает, правда? Пока не представляю как. Окей. На расческу я наношу мои контурирующие средства при помощи кисти. Конечно же, все очень сильно пылит, и вся расческа сразу автоматом становится во всей этой фигне. Но это не страшно, расческу все-таки всегда можно помыть. Так, поехали. Под вторую сделаю сторону и покажу вам вблизи. Да. Ну, вот хочется что-то сказать, а вроде не хочется. Просто, как говорится, знаете, оставлю это здесь. Лишнее, ладно, сейчас уберем. Ну что, оно и не так будет. Скверно. Вот это я понимаю. Лайфхак всем лайфхакам лайфхак. Давайте уж подбородок сделаем. А? Мелочиться-то чего? Нос надо тоже сделать. Нос тоже у людей веснушки бывают. Прям вот, да побольше. Вот теперь я понимаю. Отличный макияж. Нет. Кошмар. Ха-ха-ха.
Сначала покрываем губы тоном. Теперь берем тинт и в середину наносим. Пинцет прикладывать вот сюда, вот защемлять, так сказать, мои губы. Подводкой рисую нечто похожее на усы, потом растушевываю. Так много вопросов и так мало ответов. Кошмар. В общем, что сказать? Надеюсь, что это видео вам понравилось, потому что я еще могу ожидать, кроме... Чего я могу еще желать, кроме как того, чтобы видео вам понравилось? Обязательно ставьте ваши лайки, луисы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал и т.т.т.т. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч, наверное. Иногда я генерирую бред. Кёрлер теплом своей нежной груди. Ничего более странного в своей жизни я еще не делала. Девочки, лучше не надо.